Привет! Продолжаем мои реакции. Рахат Торлыханов. Зимние ливни заказали. 10 тысяч лайков. Сразу же разворачиваем. Погнали! Так, секунду. Что? Раз, два, три. Не пойму, звука нет, поэтому как непонятно, то ли началось, то ли нет. Молодой здесь. Худенький. Интересно, а с ним все в порядке? Чем он занимается сейчас? А, ну да, зимние ливни. Красивый ребенок. Ну, по крайней мере, был ребенком раньше. Слова красивые. Я теперь его слова не понимаю. Лишь когда болит душа, я вспоминаю тебя. Руки теплые, несчастливые и вечера. Мы с тобой летали. Вся молодежь, наверное, того времени страдала под эту музыку, под эту песню. Очень красивые слова, текст прям песни. Как не хватает сейчас таких песен, вот. Глубоким смыслом. Куда ты возвращаешься туда в прошлое? Сколько лет этой песне? Самому ролику вот этому написано 8 лет назад выложили, но, возможно, песне больше намного лет. Два и 1 миллион просмотров, кстати, у данного мини-клипа. Ролика. Что-то я. Мне захотелось узнать что-нибудь о Рахате. Все ли с ним в порядке. Вот, меня интересует этот факт. Просто мне в последнее время скидывают разные видео
разных исполнителей, которых уже нет живых, которые есть живых, поэтому я начинаю уже за них переживать, потому что если он сейчас не взорвал танцпол в 90-х годах, и до сих пор остается кумиров тысяч поклонниц. Так, все ли хорошо с ним? Сейчас я быстро проверю, а вы пока подождете в кадре. 84-го года он вместе с моим братом, год рождения моего брата. Так, подождите, старшего. Так. Ничего не написано, значит, думаю, что все с ним в порядке. Интересно, чем он сейчас занимается? Рахат Турлыханов. Так. Ничего не понятно. Биография. Ну, судя по картинкам, он довольно-таки уже зрелый мужчина, поэтому надеюсь, что с ним все в порядке. Все, в общем, расскажите в комментариях, может, кто-то знает, чем он сейчас занимается, может, кто-то в курсе, что-то с ним знаком лично, поэтому расскажите мне, пожалуйста, все ли с ним там нормально. А так, классный молодой человек был в детстве, вообще красавчик был в детстве, молодости, я имею в виду. Похож немножко на Майка Мироненко, тогда еще «Фабрика звезд» была популярна когда-то. Вот, мне нравился тоже этот мальчик. Я имею в виду Майк Мироненко. Мне, в принципе, как бы длинноволосые мальчики нравятся, у которых волосы чуть длиннее среднего. Это очень мило выглядит. Да, вот. Все, огромное спасибо за просмотр, за заявку. Песня такая немножко даже пробила меня на ностальгию, куда-то кинула меня в прошлое, там, не знаю, в школьные годы чудесные. Вот, с дружбой, с песней. Погнали, следующую заявку. Всем пока.